Самовоспитание – главный путь к успеху. В этом уверена активная молодежь Запорожья. Творческие коллективы всевозможных студий, кружков и спортивных секций собрались вместе на первый форум лидеров молодежного самоуправления. Решали самые важные вопросы, которые интересуют детей. Заодно поделились последними творческими находками и рассказали, почему будущее начинается уже сегодня. На сцене команда Центра эстетического воспитания Хортицкого района. Свое выступление подготовили специально для первого форума детского самоуправления. По замыслу ребят, номер должен рассказать, как воплотить в жизнь собственные мечты. Молодежное самоуправление – это способ показать себя, выразиться. Мы развиваемся во всех направлениях – хореографическом, театральном, вокальном. И вообще творчески. Детское самоуправление зародилось в наших стенах 7 лет назад. По окончании одних из праздников рождественских решили поздравить своих педагогов, приготовить для нас капустник с чаепитием, с пирогами, с тортами. После этого они стали нашими непосредственными спутниками, нашим активом, и все наши творческие проекты, все наши дела, даже управленческие моменты мы решаем вместе с нашими детьми. Детское самоуправление – это не только творчество и развлечения, отмечают организаторы форума. Уверены, молодому поколению под силу решать важные вопросы на уровне города и даже целой страны. Сегодня лидеры обмінюються між собою досвідом роботи. Сьогодні ми покажемо найкращі здобутки цих колективів, і після цього створена буде міська ліга, яка об'єднає найкращих таких активних представників позашкільних навчальних закладів. З декабря місяця почне свою роботу дискусіонний клуб. Существует клуб социальных проектов 3D, в котором мы помогаем нуждающимся. Есть проект «Круг друзей» для того, чтобы можно было лучше узнать друг друга, познакомиться с новыми людьми и узнать больше интересного. Ну и, конечно же, заседание Лиги Лидер-курс, где мы представляем себя единой семьей. На сегодня в Запорожье существует 13 внешкольных учреждений. Их посещают более 16 тысяч школьников. По мнению ведущих специалистов педагогики, те дети, которые получают образование еще и вне школьных стен, имеют больше возможностей реализоваться во взрослой жизни.